26 июля в Ульяновской области отмечается День отца. Праздник приурочен ко дню рождения народного просветителя и многодетного отца Ильи Николаевича Ульянова. Дата отмечается с 2005 года по инициативе губернатора Сергея Морозова. Но мы вот здесь собрались, и мы даем, наверное, всем, благодаря нашим замечательным журналистам, которые здесь присутствуют, сигнал о том, что мы не только внешние, но и внутренние цементирующие основы для нашей семьи. Не будет вот нас, не будет хорошего воспитания наших детей, не будет нас, не будет хорошего благосостояния наших семей, не будет нас, не будет величия нашего древнего региона, не будет нас, в конце концов, не будет славы у нашей страны. В ходе встречи глава региона наградил ульяновцев за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций. Памятными знаками «Отцовская слава» были отмечены отец пятерых детей Сергей Мордвинов из Старомаинского района, Надир Саддинов из Ульяновска, который воспитывает 10 детей, и Юрий Шкаликов из Корсунского района, папа семерых дочерей. Благодарственными письмами губернатора были награждены еще 19 отцов из разных районов области, участники областного конкурса «Папа года 2018». Всегда задают вопросы: один ребенок, второй ребенок, третий ребенок, зачем, это же сложно. Я говорю: нет, это не сложно. Главное дело – сыты, обуты, одеты. Мы можем это себе позволить, можем заработать. Здоровье есть, силы есть, работа тоже есть. Даже когда на невысокооплачиваемое, хватает. Тем более многодетным семьям оказывается неплохая материальная поддержка. Это и выплаты социальные, и помощь детям, детские пособия. Поэтому понимать, что у тебя трое детей, и это твое будущее. Дети – это самые лучшие инвестиции. За чашкой чая собравшиеся обсудили и насущные вопросы. Например, как повысить роль отцовства в семейном воспитании и формировании позитивного образа отца. В беседе также приняли участие председатели районных советов отцов. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.